Они в подъезде стучат во все квартиры. В городе Сатпаев, Карагандинской области, толпа людей минувшей ночью штурмом пытались взять подъезд, чтобы устроить самосуд над педофилом. В одной из квартир многоэтажного жилого дома полицией была обнаружена похищенная 5-летняя девочка. Малышка пропала 23 июля. С заявлением в полицию обратился ее отец. Несколько часов стражи правопорядка и волонтеры искали ребенка и его похитителя. Сразу была создана следственно-оперативная группа и организованы поисковые мероприятия. Был задействован весь личный состав местного отдела полиции, а также волонтеры. В этой же квартире был задержан подозреваемый и доставлен в органы внутренних дел. По данному факту начато досудебное расследование, проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Его действия квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса – похищение и изнасилование малолетней. Местных жителей не устроило задержание подозреваемого, и они продолжали требовать немедленной расправы над педофилом. Действия особо агрессивных жителей города полиция расценила как хулиганство. Отдельными лицами были предприняты попытки совершения хулиганских действий, а также умышленного повреждения имущества. Все эти действия полиции были пресечены. В настоящее время обстановка в городе Сатпаев стабильная, ситуация находится под контролем. В настоящий момент девочка обследована врачами и находится дома. Дело находится на контроле у министра внутренних дел и в акимате Карагандинской области. Сергей Баданин, Светлана Лебедева, новости Темиртау.